Никколо Макиавелли – известный итальянский философ, политик, писатель, историк и легендарный авантюрист эпохи Возрождения. Его трактат о военном искусстве – одна из лучших книг о военном деле, наравне с записками о Гальской войне Гая Юлия Цезаря и искусством войны Сунь Цзы. А произведение «Государь», написанное в 1513 году, читают и переиздают до сих пор. Именно о нем нам расскажет активист молодежного общественного объединения «Армир» и волонтер городского клуба «Инсайт» Максим Добрых. Я посмотрел сериал «Демоны да Винчи», и там был такой персонаж, как Макиавелли, советник Лоренцо Медичи. Он его еще зовут Лоренцо Великолепный, так как он поощрял искусство. Вот, и так как и вот я узнал то, что там потом высказалось в сериале, что он все-таки написал книгу. И я залюбопытствовал, что же за книга. Решил узнать. Потом прочитал, и, как оказалось, не зря, что прочитал. В этом произведении Макиавелли выделяет две формы правления – республика и монархия. Также он выделяет три прихода к власти – сила оружия, фортуны и добродетелью. Также он выделяет, что государь должен быть подобен животным, где он выделяет лису и льва, где лиса – это хитрость, а лев – это благородный. В книге очень есть хорошая цитата: «Вооруженные проповедники побеждают». Тут главное понять смысл, ведь проповедники, они обычно кроются за религией, за то, что на их стороне Бог. И именно это им помогает собрать под своим началом многие толпы. А уже сила оружия, они будут захватывать власть. Также Макиавелли добавляет, что государю необходима щедрость, милосердие, благоразумие, репутация, гуманность, где милосердие он подразумевает, что нужно от себя удалять, когда в стране недовольство, где нужно жестоко и бесповоротно подавить восстание. Также он делит социальную структуру общества 16 века именно на народ и гранды. Гранды – это высшая знать, где он говорит, что чтобы познать сущность грандов, нужно быть народом, а чтобы познать сущность народа, нужно быть грандом. Источником знаний автор выделяет опыт, и с этим невозможно не согласиться. А книга учит методологии захвата власти, методам правления и умений, которые должен обладать каждый идеальный правитель. Я ее в первый раз прочитал в 16 лет, и я думаю, в 16 лет это как раз тот возраст, когда нужно уже понимать определенные политические соображения, мысли. Но никогда не поздно, как говорится. Лично полезным для меня она оказалась именно из-за того, то, что я стал лучше разбираться в политических мыслях. Теперь я понимаю, что примерно ложь – это примерно правда, когда говорят по телевизору наши политики. Также я понимаю то, что власть строится не только на милосердии, но и на жестокости. Ведь, как говорится, я должен быть жестоким для того, чтобы быть добрым. Ведь не зря все-таки придумали. То есть люди могут... ведь люди в своей непостоянности, они могут возникать против любого политического строя. Ну, найдутся всегда такие. А именно эта книга учит, как правильно общаться и действовать с такими личностями. Я бы всем современным политическим деятелям посоветовал бы прочитать эту книгу, так как она бы многому их научила. И, может быть, наше государство стало бы лучше. В основном она еще действует, эта книга. То есть как правильно править, как правильно руководить обществом, как правильно завладеть сердцами народов новоприобретенных земель, тот же самый Крым. И поэтому она актуальна по сей день. Итак, король вступил в Италию с помощью венецианцев. И согласие Александра, едва достигнув Милана, тотчас выслал папе отряд, с помощью которого тот захватил Романью. Что сошло ему с рук только потому, что за ним стоял король. Таким образом, Романья оказалась под властью герцога, а партии Колонна было нанесено поражение. Никколо Макиавелли. Государь. Рекомендую.